Здравствуйте, дамы и господа, с вами канал «Вкусная еда и не только Джулия». И я хочу вам предложить посмотреть, как я буду готовить оладушки. Оладушки будут непростые. Видите, здесь у меня уже плавают фрукты, но я почти сделала, потом думаю, надо запомнить, чтобы рассказать вам и чтобы саму не забыть. Так, я добавила разные фрукты, добавила банан, абрикосы, персики и сливу. Буду оладушки делать на топленом молоке. Сейчас я добавляю муку. Вот, друзья, муку добавила. Эти оладушки пойдут у меня на заморозку, потому что те фрукты, которые я туда добавила, они сезонные, и зимой их не будет. А оладушка с такими фруктами захочется, поэтому я буду замораживать. Покажу, как это буду я делать. А сейчас пошла выпекать. Вот, друзья, оладьи мои готовы. Их получилось вот очень много. Теперь я буду упаковывать в зип-пакеты. Так я делаю уже давно, поэтому знаю, что я делаю. Зимой размораживаю в микроволновке, и со сметаной прекрасно. Тем более они с летними фруктами. Так, вот так я распределила по зип-пакетам, подписала. И теперь убираю в холодильник, морозильную камеру убираю. И когда мне понадобится, то для этого нужна микроволновка и сметана. Все. На этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте и будьте здоровы!